Всем большой привет всем гостям, всем подписчикам моего канала. Меня зовут Александра. Я очень рада вас видеть на своем канале. И я приготовила вам очередной видеообзор своего заказа по 12 каталогу, который я получила только сегодня. И как вы видите, перед вами уже стоит новиночка, про которую я говорила, которую я с нетерпением ждала. Это новый парфюм Faraway Rebel, а также тушь, про которую я тоже рассказывала в своем видео. Вот такой вот пробничек парфюма Illuminata, который только нас ожидает, только готовится к выпуску. А также здесь еще пришел мне подарок от фирмы Avon. И я хотела, конечно же, вам немного рассказать, показать, протестировать и сделать небольшой обзор этих продуктов. И начать свой обзор я, конечно, хотела с подарка. Подарки получать всегда приятно. И я еще хотела сделать объявление, что, скорее всего, на следующей неделе проведу конкурс, так как на моем канале уже собралось 5000 человек, 5000 подписчиков, чему я очень рада и благодарна каждому подписчику, кто смотрит мои видео, кто комментирует. И поэтому для своих любимых подписчиков, для своих верных подписчиков я проведу конкурс. И, конечно же, так как я сейчас являюсь координатором фирмы Avon, то и в розыгрыше будут участвовать продукты фирмы Avon. И как раз у вас будет возможность протестировать, возможность познакомиться с такими замечательными продуктами. Так что не пропустите. И, как я уже сказала, вот такой подарочек мне пришел от фирмы Avon. И также такой же подарочек сможете получить и вы. Тем более, что фирма Avon уже приготовила вам первый подарок. Вот такой вот замечательный парфюм Eve Confidence 50 мл только за регистрацию. И потом вас ожидают дальнейшие подарки. И вот, например, такой подарок вы тоже сможете получить. 6 замечательных продуктов. И для тела, и для лица, и для волос, и декоративная косметика. В общем, все, что душе вашей угодно. И что вы можете сделать с этим подарком? Вы можете его использовать сами, протестировать, посмотреть, познакомиться с продуктами. Вы можете его продать, вы можете его подарить, вы можете делать с ним все, что хотите. Первое, что входит в этот подарочный набор, это вот такой крем-лосьон для тела с маслом макадамии. Роскошное питание. И здесь у нас 250 мл. Хватит его на очень долго. И он содержит масло ореха макадамии, и он интенсивно питает кожу и обеспечивает долгое длящееся увлажнение. Как я уже сказала, его формула содержит питательное масло ореха макадамии и увлажняющие компоненты, и моментально улучшает состояние даже очень сухой кожи. Посмотрите тоже, какой у него красивый дизайн. Здесь такая капелька масла. Нанесем его на кожу. Вот такой вот он беленького цвета. Сильно много я, конечно, взяла, но сейчас мы поразмажем по всей руке. Сразу чувствую такое увлажнение, сразу ручка стала мягонькая. И такой сладкий запах орешек. В общем, вот такой вот лосьончик. Мне кажется, он подойдет и на холодное, и на теплое время года. Такой запах у него подходящий для любого времени года. Следующее — это у нас мицеллярная вода, очищение, которая подходит для всех типов кожи. Она протестирована на аллергенность, подходит даже для чувствительной кожи, не содержит парабена, не содержит красители. И эта мицеллярная вода идет с активным комплексом и с экстрактом плодов мыльного ореха. Она очень хорошо удаляет загрязнения, макияж лица, губ, глаз и деликатно очищает кожу одним движением. И хотя это мицеллярная вода, но на сайте было написано, что она не требует смывания. Хотя обычно мы знаем, что мицеллярную воду нужно обязательно с лица смывать. И также на сайте было написано, что эта мицеллярная водичка содержит витамины, антиоксиданты, насыщенные кислоты омега-3 и кальций. А также экстракт плодов мыльного дерева, про который я уже говорила. А он, как известно, является натуральным очистителем, который деликатно удаляет загрязнение и не пересушивает кожу. Кстати, из этой серии у меня есть пенка для лица, и она мне очень нравится, я ее очень довольна. На самом деле она очень хорошо очищает, и лицо после нее очень такое мягкое-мягкое. Я надеюсь, что от этой водички будет такой же эффект. И здесь у нас 200 мл, и как вы видите, такая прям большая бутылочка. Ну, конечно, я хочу попробовать, как она пахнет. Но вот по моему мнению, бутылочка, конечно, не очень удобная. Не очень удобный такой дозатор. Ну, посмотрим, как она будет выливаться. Ну, в принципе, выливается она хорошо. Почти нету запаха у нее, и текстура такая, да, у нее такая же почти как у пенки, да, она будет очень хорошо смягчать кожу, я думаю. Приятная такая водичка.
Следующее – это питательная сыворотка для волос, комплексный уход, который подходит для всех типов волос. Она содержит органовое масло, укрепляет, питает и делает гладкими сухие ослабленные волосы. Ну, давайте посмотрим. Я уже, в принципе, показывала в одном из видео. Такое маслице у меня уже есть. Я им очень довольна, мне оно очень нравится, и, скорее всего, я оставлю это маслице на подарок кому-нибудь. Оно расходуется очень экономно, его хватит на очень долго, и поэтому я с удовольствием с кем-нибудь поделюсь этим маслицем. Ну, так как это сыворотка, то нежелательно наносить ее на кожу головы, а нужно наносить ее только на волосы. И после того, как я ее наношу, мои волосы становятся такие прям мягкие, полные жизненных сил, очень приятные на ощупь. Я прям выдавливаю это маслице на ладони, вот так вот его растираю и потом наношу на свои волосы. Наношу их на сухие, либо на влажные волосы. И чем хорошо, что эта маслица не требует смывания. Формула этого масла содержит также витамин Е, провитамин В5, моментально восстанавливают волосы и придают им блеск и здоровый вид. И в этом маслице у нас 30 мл. Следующее — это у нас матовая помада, 100% матовый эффект, кремовое нанесение, очень бархатная текстура, не сушит губы, не скатывается и не липнет. Мне прислали ее в оттенке ягодный коктейль, и она идет такая темно-сливово-лиловая. Сейчас я открою и покажу вам, сделаю свотч этой помады. Ой, как она интересно сделана. Здесь тоже такая, знаете, приятный такой пластик, как будто бархатный. Здесь логотип Avon. Ну, очень приятно держать ее в руках, конечно. Вот такой вот у нее приятный ягодный цвет. Ой, мне кажется, эту помаду заберет моя дочка. Что-то я чувствую, что это ее цвет. Давайте я вам покажу. Такой, правда, насыщенный у нее цвет. Ну да, я сейчас больше чем уверена, что эту помаду заберет моя дочка старшая. Запаха у помады почти нету, но такая прям чувствуется такая бархатная текстура у нее. И я думаю, что правда она не будет сушить губы. Ну, в общем, посмотрим. Вот такая вот интересная помада. И пришли еще вот такие два пробничка, но я их открывать не буду, потому что я, скорее всего, тоже буду ложить их в подарочки своим заказчикам. Ну, одна такая посветлее, персикового цвета телесного, и вторая такая потемнее, но не такая темная, как эта, чуть посветлее. В общем, вот такие два пробничка. И последнее, что входит в этот наборчик, это крем для рук 30 мл с органовым маслом. Ну, крем для рук тоже всегда пригодится. Ну, в общем, вот такой подарочек прислала фирма Avon. И следующее, что я хочу вам показать, наконец-то, вот эту вот новинку, вот этот вот парфюм Forever Rebel. Как я уже говорила в одном из своих видео, что, скорее всего, я закажу вот этот наборчик за 15-50, потому что он выходит очень выгодно. И на самом деле я этот наборчик и заказала. В общем, в этот наборчик входит новинка парфюма Forever Rebel 50 мл, масло для лица, здесь у нас 30 мл, и новинка мицеллярный шампунь без сульфатов 400 мл. Ну, давайте начнем, конечно, с нашего замечательного парфюмчика и посмотрим, как он выглядит внутри. Очень, конечно, красивый у него дизайн, такой сиренево, светло-сиреневый, темно-сиреневый такой, но сам парфюм будет еще красивее. Ой, какая красота! Посмотрите, как он красиво сделан. Какая у него интересная форма. Прям как будто сделано специально для рук вот здесь держаться. Очень классный, очень стильный, очень такой одновременно интеллигентный, одновременно и строгий такой у него дизайн. Ничего лишнего. Посмотрите, какая у него тоже красивая крышечка. Ну просто вау! Очень красиво он смотрится. И в одном из своих видео я уже рассказывала, но еще раз повторю, что этот аромат относится к группе цветочно-фруктовый. Он сладкий и выпущен в 2018 году. Верхние его нотки — черная смородина, взбитые сливки, средние нотки — апельсиновый цвет и базовые нотки — конфеты, соленая карамель и шоколад. В общем, вот такое вот разнообразие он вобрал в себя. И мне, конечно же, не терпится его протестировать. Как всегда, вначале идет воздух. Ой, какой запах. Ну да. Ой, какой у него классный аромат.
аромат у него такой насыщенный, сладкий, но в нем нет такой, знаете, удушливости на мой вкус и цвет. Да, запах у него, конечно, восточно-цветочный. Чувствуется и черно-смородиновый ликер, чувствуется чуть-чуть цветки апельсина. Ну, очень интересный аромат, очень интересный, очень достойный. Пахнет он дорого, и я думаю, что он подойдет больше такое на вечернее время суток. Ну, в общем, классный, достойный аромат. Мне он очень понравился, и я могу смело его рекомендовать всем, кто любит такие восточно-цветочные запахи. Мне кажется, он будет очень стойкий и очень шлейфовый. Ну, по крайней мере, это мое такое мнение. Даже в качестве подарка. Посмотрите, какая красота. Очень классный парфюмчик. Не зря его так долго ждала. И, конечно, разочарования никакого пока в нем нет, а только один восторг. Охота прям его держать и держать в руках. Ну, не будем затягивать видео. Переходим к следующему продукту. Это у нас мицеллярный шампунь новин. Без сульфатов, без парабенов. Для поврежденных и окрашенных волос. Заменяет и бальзам для волос, заменяет и маску. И вот такие вот мицеллярные шампуни, они очень мягкие, не сушат ни кожу, ни волосы. И также они не содержат сульфатов, силиконов, что, конечно, идеально для окрашенных волос. В их составе содержатся мицеллы, поэтому называется мицеллярным, который как бы притягивает все внешние загрязнения, как магнит, и оставляет ощущение чистоты, заботясь о волосах. В общем, вот такой вот шампунчик, и здесь аж 400 мл. Такой приятный. У него цветочный запах. Интересно, он прозрачный или кремовый? Ага, он такой, видите, кремовый, беленького цвета. И последний продукт, который меня тоже очень сильно заинтересовал, который я тоже захотела пробовать, это легкая масса для лица «Чудесное сияние». Тоже подходит для всех типов. И достаточно всего 2-3 капли, и ваша кожа засияет без жирного блеска. Вот так вот он выглядит внутри, он такой трехфазный. Посмотрите, вот здесь вот маслице потемнее, внутри посветлее, и внизу опять идет потемнее. Его можно наносить до или вместо крема. Он дарит коже упругость, эластичность. Можно также использовать его под макияж. Укрепляет и делает кожу эластичной, восстанавливает водный барьер кожи, способствует выработке коллагена, что очень, конечно, важно, и увлажняет кожу, придавая ей здоровое сияние. Смягчает, устраняет покраснение, быстро впитывается, не липнет и не оставляет жирных следов. Подходит также для чувствительной кожи, протестирован на аллергенность, не содержит ни парабены, ни красители. И внутри его еще была инструкция, и здесь также написано, что это маслица эликсир молодости, трехфазное средство. И перед тем, как применять, нужно его хорошенько встрясти, разогреть 2-3 минуты между пальцами и мягко нанести средство на кожу. Мне кажется, он должен обладать очень классным запахом, и, конечно же, сейчас мы его тоже протестируем. Очень удобная у него пипетка. И давайте нанесем. Ой, какое оно бархатное прям. У него очень приятный запах, я была права. Не парфюмированный, а такой запах дорогих масел. Ну, в общем, вот так вот он выглядит на коже. Кожа такая сразу мягкая-мягкая стала. Ну, масло есть масло. Я даже не могу передать словами, чем он пахнет. Какими-то солнечными полями, лугами, летом, цветами. Ну, в общем, потрясающий запах у него. Я думаю, что эта маслица будет одним из моих фаворитов. Следующее, что заказали, это шампунь против выпадения волос с аргинином и комплексом активных ингредиентов, которые очень хорошо восстанавливают волосы, укрепляют и активируют их рост. Здесь у нас 400 мл. И также бальзам-ополаскиватель тоже против выпадения волос. Здесь у нас 250 мл. Следующее, что входит в этот заказ, это двойной аромат и в дуэт. Как-то в одном из своих видео я уже показывала, но сейчас я тоже поставлю картинку. В общем, это у нас двойной аромат. С одной стороны у нас идет акцент на нежность радиант. Это цветочно-фруктовый. Его нотками являются клементин, водная лилия и янтарь. А второй у нас идет акцент на страсть, сенсуаль. Он цветочно-древесный, слива, водяная лилия и пачули. В общем, в одном флаконе у нас два эксклюзивных аромата, которые можно использовать по отдельности, либо можно смешивать.
Радиант – это флакон у нас цвета шампанского, а Сенсуаль – это фиолетовый, вечерний парфюм. И примерно их стойкость держится до 8 часов. Можно, как я уже сказала, наносить по отдельности. Утром, например, с акцентом нежности, вечером на страсть. Либо смешивать их в любых вариантах и создавать свой индивидуальный запах. Сколько настроений, столько можно делать и сочетаний. Чуть больше желтого, чуть меньше сиреневого, чуть больше сиреневого, чуть меньше желтого, либо вообще использовать по отдельности. Вот такой вот интересный вариант парфюма. И мне кажется, очень такой классный подарок. Любая девушка, любая женщина будет удивлена, получив такой интересный двойной парфюм в подарочек. Следующее, что меня заказали, к сожалению, не могу вам открыть и показать, так как она идет запечатанная, она идет на заказ, я открывать ее не могу, но покажу вам ее в каталоге. Это вот такая вот плойка для того, чтобы завить наши ресницы. Цена ее 7,99. Вот такая вот интересная штучка. Она очень хорошо формирует ресницы, является безопасна в использовании, очень легко работать с ней, удобный формат. И очень быстрый эффект, нагревается практически за 15 секунд. И по окончанию, когда вы уже хорошо подкрутили ресницы, когда вы довольны уже результатом, вы можете наносить любую тушь. Тоже для меня была такая новинка, я даже не знала, что такие плойки существуют на батарейках. Ну, раз мы уже заговорили про ресницы, самое время показать вам новинку. Вот такая вот новая тушь вышла. Объем запредельная длина. И заявлено, что она в два раза вытягивает ресницы за пределы их естественной длины. Кстати, она очень подходит под мой маникюр. Ну, давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Я заказала в черном цвете. Здесь у нас 10 мл. И давайте посмотрим, какая у нее щеточка, какая у нее пигментация. Все мы сейчас с вами посмотрим. Вот такая вот она интересная, вот такая вот она пузатая, я бы ее назвала. Ну и давайте будем смотреть щеточку. Вот такая вот у нее интересная щеточка, посмотрите, где-то больше, где-то меньше, и как будто бы они идут по спирали. Ну, довольно-таки удобная, небольшая, и мне кажется, она не будет марать кожу вокруг глаз. Ну, сейчас мы посмотрим ее пигментацию, насыщенный черный цвет. Ну, запах такой, как обычно пахнут все туши, знаете, ничего такого особенного. Ну, в общем-то, пигментация у ней хорошая. Ну, конечно, девочки, посмотрим, потестируем, но я думаю, что тоже должна быть очень даже достойная. Так заявлено, что она и дает и объем, и удлиняет ресницы. Поэтому я возлагаю на нее большие надежды. Думаю, что эта тушь меня не разочарует. И следующее, что меня заказали. Одна девушка заказала у меня вот такой вот парфюм Little Black Dress. Черное маленькое платье. Здесь 100 мл. Было по очень выгодной цене. Второй заказчик тоже захотел черное маленькое платье, но выбрал его вот в таком наборе. Не просто парфюмчик, а еще и парфюмированный лосьон, еще и дезодорант, еще и Ташин спрей. Этот аромат я вам еще не показывала, такого у меня еще в обзоре не было. У меня был викенд, у меня был пати, но такого классического черного платья еще не было. В общем, этот аромат с яркими фруктовыми и элегантными цветочными нотами, дополненными роскошными древесными оттенками. Это у нас идет восточно-цветочный аромат. Верхние его ноты цикламен, экзотический кориандр, индонезийский жасмин, лепестки цветущего абрикоса, африканский имбирь. Представляете, какой у него шикарный запах. Ноты сердца у него гордения, иланг-иланг, розовый пион. И базовые ноты это мускус, бобы танка, японская слива и сандал. У меня тоже есть такой пробничек, и я могу сказать, что этот аромат такой сказочный, цветочный, древесный, и сладкий, и фруктовый одновременно. Я даже вот не могу понять, какой ноты в нем больше. Он раскрывается очень интересно, он раскрывается каждый раз по-разному. Тоже зависит от того, тепло на улице, либо холодно. Ну, однозначно, аромат очень мягкий, очень женственный. Пусть он сладкий, но он шикарно сладкий. И я бы сказала, он такой завораживающий. Я считаю, что он прекрасен как в дневное, так и в вечернее время суток. Он не тяжелый, не навязчивый. И, следовательно, он не перегружает своим запахом. Тоже могу его смело рекомендовать. Тем более, что фирма Avon предоставляет его и в 100 мл, и в 50 мл. И вот в таком замечательном наборе. И набор, кстати, очень даже выгодно было приобрести.
4 продукта за 17,99. Также меня заказали вот такого Ташин спрей Confidence, тоже про него я уже рассказывала, поэтому заострять внимание не буду, чтобы не затягивать видео. И последнее, это вот такие два дезодоранта. Парфюмированных дезодорантов, шариковых. Один у нас идет Pure Blanco. Это озоново-цветочный аромат. Верхние его ноты белая фрезия, иланг-иланг. Ноты сердца белый пион, водяная лилия, роза. И базовые ноты мускус, сандал и галеотроп. Очень нежный, очень такой цветочный у него запах. И второй это у нас идет Incadence. Цветочный аромат. Верхние его ноты бергамот, ландыш, персик. Ноты сердца белая лилия, роза, магнолия, фрезия, белый пион, мимоза. И базовые нотки тиковое дерево, гвоздика и кремовый мускус. Тоже очень классный у него, кстати, аромат. И последнее, что мне заказали, ну это просто фантастика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть продуктов всего за 6 евро. Да посмотрите, какие здесь достойные, какие здесь классные продукты. Первое, это у нас идет парфюм Персив. Здесь у нас 30 мл. В сердце этого аромата лежит ароматная груша, которая гармонично соединена с ванильной орхидеей, чувственным мускусом и теплым сандаловым деревом. Это восточно-цветочный аромат. Верхние его нотки желтая фрезия, белый перец. Ноты сердца, груша, дамасская слива, иланг-иланг. И базовые ноты ванильная орхидея, сандаловое дерево и мускус. Следующее это у нас идет 100 мл средство для ножных ваночек с морской солью. Тоже очень классное средство. Очень хорошо смягчает, увлажняет и ухаживает за нашими ножками. Следующее это у нас лосьон спрей для тела, освежающий экзотический кокос и карамель, который очень хорошо освежает кожу и дарит ей нежный аромат кокоса и карамбалы. Здесь у нас 100 мл. И что меня удивило, что вот именно вот в этом спрее нету спирта. Если до этого я делала обзоры, там тоже очень много заказывали с орхидеей, с пионом, с ягодами, там везде почти был спирт, то вот в этом спрее спирта нет, поэтому можно даже использовать его для лица. Следующее это у нас идет потрясающий гель для душа, унисекс, можно использовать и мужчинам, и женщинам. Вот такой вот у него универсальный запах. Голубая лагуна с запахом спелой груши. 100% натуральные компоненты. И здесь у нас 250 мл. Просто сказка. Следующее это у нас идет мыло для рук с запахом яблока и ландыша. Он идет 2 в 1. Очищает и нейтрализирует неприятные запахи. Поэтому можно использовать даже для кухни. И последнее это у нас идет крем с глицерином и с миндальным молочком. Здесь у нас 75 мл. Вот такой вот замечательный наборчик. Посмотрите, он даже очень хорошо подходит по цветам. Ну, кроме крема, да. А так он почти в таком туркисовом нежно-голубом цвете сделал. И стоимость его составляет всего 6 евро. Я считаю, это очень выгодное предложение. И кто еще не успел себе его заказать, обязательно закажите. И вы останетесь довольны. И даже это можно использовать в качестве подарка. Посмотрите, это уже готовый подарок. Ну и в коробке у меня остались еще вот такие пробнички, которые я буду высылать своим заказчикам, чтобы они могли ознакомиться с этими ароматами, потестировать и потом приобрести те ароматы, которые им понравятся. И также в коробке лежала еще вот такая вот смешная вот открытка. Вот такая вот кошка, наверное, офигела от таких дешевых цен, от таких выгодных предложений, от таких скидок, которые нам дарит фирма Avon. Ну, не знаю, что у нее с глазами, по-моему, она немного удивлена ценам. Ну и, как я уже говорила, еще положили мне вот такой пробничек. Тоже отправлю кому-нибудь из своих заказчиков, потому что такие пробнички у меня уже есть. Ну вот, в принципе, и все. Мой обзор подошел к концу. Еще раз напоминаю, что ссылка на регистрацию в эту чудесную, замечательную фирму, которая дарит нам такие прекрасные предложения, которая одаривает нас подарками, находится у меня под видео. Еще раз повторяю, что скоро на моем канале будет конкурс, не пропустите. Если у вас есть вопросы, пишите, не стесняйтесь. Если вы захотите заказать такие продукты через меня, то ссылка на мою группу, ссылка на мою страницу, где можно заказать эти продукты, у меня тоже под видео. Ну а если вы захотите сами зарегистрироваться и покупать такие замечательные продукты со скидками, плюс еще получать подарки, то ссылка на регистрацию под видео. И мы сердечно вас приглашаем в свою команду. Всем хорошего времени суток. Пока-пока!